Всем привет! Всем привет! С вами мы, Никита ИА. И Рома АУЕ-228. Вот, из короче, АП. Да, да, и мы сегодня хотим с помощью этих рандомных, абсолютно... Да, абсолютно рандомных. Но вы запомните все же их. Это хоть... Это не рандомные, но это все же вещи. Это потому, да, что именно нужны. Да. Сет мы... рокера. Да, мы с помощью этих вещей будем делать сет рокера. А именно из каких? Это стикеры, ну такие вот на стеночке. Стикеры, это два... Лист это... бумаги, А4, Стивен, да, Кинг. Книга, два медиатора. Два чехол. Медиатора и это... Кстати, с символикой Foo Fighters. Да, Foo Fighters. Совпадение? Не думаю. Зарядка от телефона. Вешалка, зарядка от телефона. Ручка. 10 рублей. Ручка. А потому что без денег ничего не обходится. Да. Мы должны за все платить, понимаете? Да. Вот, еще ну, нам, крафта, вам гитары из того выпуска рубрики, ну, крафтим. Да, не обязательно такой, у вас может быть любой стол крафта, может быть любой. Да, у вас тут... Даже самый говняный стол. Важно иметь про, ну, стол или какую-нибудь поверхность, на него положить какой-нибудь, то ли одеяло, то ли как у меня. Ну, самое главное, что тут хотя бы должны быть какие-нибудь логотипы рок-групп на этом столе, это обязательно. И у вас какая-нибудь херня должна быть, пульт. Переключатель, да, все что угодно. У меня, допустим, вот у Ромы тут один крутой стол. Это достаточно крутой стол. А у меня их всего два, но один у меня менее крутой, а другой тоже крутой. Ладно, давайте начинать. Ладно. Что нам нужно делать? Значит, нужно нажать-то кнопку просто, и все. Все? Да. Но нужно, знаете, нужно переключить. Смотрите, тут у нас есть... Да, для гитары. Сейчас. Мы же не хотим гитару сейчас сделать. Сейчас я хочу сфокусировать. Ладно, похер. Смотрите, да, это у нас для гитар. Не-не-не, да, мы... А, вот. Вот он, для гитар. Это гитары. Переключи на другую. Это, получается, вещи, да, нам они не нужны. Тут сет. Да, это вот. Нам... Опа, тут... сет поставь. Погоди, я сет. Просто делаю обзор. Вот тут оружие. Нас... Да, оружие. Тут еда. Еда. Медикаменты, вода. Ну, напитки. Ну... Ставим на сет. На сеты. Да, вот сет. Всё. Давай, я нажимаю. Давай. Три, два, один. Вау! Ох, ё-моё! Пацаны, я охреневаю просто. Пацаны, это магия. Это магия, пацаны, смотрите. Приближай камеру поближе. Приближай. Так, давай обзор. У нас футболка, Линкин Парк, ё-моё. Два напульсника, Металлика и Эксплоудер. Пенал. Это специальный сет для детей, если честно. Да, это вы так должны в школу собирать своих детей. Бандана с Cannibal Corpse. Да, бандана с Cannibal Corpse. Шапка с ACDC. Вот тут два напульсника, кстати, The Exploded, да, и Металлика. Я уже сказал. И самое пиздатое, это вот эта кожаная. Да, кожаная куртка. Она весит больше, чем жирный какой-нибудь пацан. Да, что ты ноешь? Боже. Этот вот это специальный мы обзор, кстати, для детей. Вот видите, тут скелеты детей. Вот родителям. Если вы хотите так собирать, да, своих сыновей, да, то это... обращайтесь к нам. Да, вот просто вот вообще. Это самый дешевый. Вот я так ходил в школу всю жизнь. Вот, чуваки. Вы всего лишь заплатите 10 рублей, но вы получите много чего. Да. Там даже вот ручки. Типа, да, крышки. Даже ручки. Ручки. Вообще там фломастер вроде. Ну и похуй. Да, похуй. Ладно, но думаю, что на этом может закончить. Да, думаю, на этом может закончить. А вот и нет, а вот и нет. А вот я реально заканчиваю. А вот, да у меня обманочка, да? Обманочка. Ладно, всем удачи, всем пока.